Ну вот, ребята, смотрим, какой у нас здесь чистый двор. Везде все цветет. Такая вот зеленая береза все радует. Такие вот чистые дворы у нас здесь. Перед 10-м домом, перед 11-м домом, перед 12-м домом и перед 13-м домом. Вот там, правда, видим маленечко обстановочку по-другому с машинами. Вот там все сделано, я гляжу. Да, и так? Все сделано так понемножечку для машин. Маленечко так все сделано для спортивных площадок и площадок для детей. Смотрим. Ну, маленько тут листва мешает. Но машины стоят, я не знаю там где, конечно. Но мы заснимем потом попозже. Недавно был здесь субботник в 2017 году. Вот здесь вот поставили вот такие вот шины. В этом году, кстати. Чтобы не заезжали вот на эту площадку машины. Это правильно сделано. Но вот этот чудик поставил свою тачку здесь. Вот здесь вот асфальтная дорога идет для пешеходов. Вот еще раз напоминаю. Вот раз, асфальтная дорога. Вот здесь вот два, асфальтная дорога идет вот сюда. Вот. И какой-то дурак поставил здесь машину свою. Вот здесь вот она соединяется и идет туда. Ездит, значит, прям по пешеходной дорожке. Это не трасса. Вот здесь есть места, кстати. Вот, могу сказать нам. Вот здесь вот есть места, где можно поставить машины перед домом, а потом подойти к этому дому. Вот здесь тропинка есть, видим? Вот так вот. Нет, какому-то дураку. Дураку, вернее. Надо здесь поставить свою тачку. Приехать. Так что вот, вот здесь видим, люди ходят, пешеходы. Козел какой-то поставил здесь, блин. Приехал, блин. Вот здесь шины изначально поставили где-то, может быть, года 4 назад, не помню. Правильно сделали жители. А то вот здесь вот заездили всю территорию напрочь. А то ведь, видите, как классно выглядывать в окошко, и когда вот такая вот кругом, такая вот зеленая-зеленая зелень. Ну, я правильно говорю или неправильно? Напишите комментарии, ребята. Ну, здесь пока еще так вот все заезжено здесь. Вот так вот все. Походу машины, когда ездят зимы, они привозят со своими колесами вот эту соль, песок. Здесь все оседает. Вот в этих вот дворах. И зелень не растет буквально. Надо не один сезон, чтобы прошел, чтобы действительно все выросло. Ну все. Всем пока, ребята. И до свидания. Шт.